На Александра Ляпина напали неизвестные в центре Москвы. Звезда сериала «Интерны» Александр Ляпин был сбит в столице России, Москве. В ходе драки пострадал не только 30-летний актер, но и его подруга Полина Левашкевич. Инцидент произошел в ночь на 27 июня возле ночного клуба на Грузинском валу. На молодого человека и девушку напали 7 человек. В результате актер получил сотрясение мозга и травму носа.